International Space Station. We're about to see Sumter passing by, over. Ho, ho, ho! Процесс выбора и принятия решений человек тратит 8 часов. Это непозволительно много, как нам кажется. Собственно, поэтому мы сделали Айвен. Это первый сервис электронных приглашений в реальном времени, который помогает заведениям и клиентам легче находить друг друга. Мы назвали такие приглашения Invite. Собственно, для пользователей Айвен — это самый быстрый на данный момент и удобный способ найти именно подходящее заведение, потому что, в общем-то, сесть куда угодно — это не проблема, а сесть в то заведение, где вам будет комфортно, интересно, или вы скушаете то, что хотели скушать, вот это уже достаточно непростая задача. Как это происходит? Выбираю всего в один клик желаемый вид досуга, то есть, например, встретиться с друзьями, выпить по стаканчику или пойти даже на свидание. Человек за несколько секунд, пользователь, он получает ценностные предложения от заведений поблизости. Почему ценностные? Потому что это не просто информация, что где-то за углом есть бар, а это именно персональное предложение для человека, который ищет себе заведение. Вы просто в одно нажатие отправляете свое желание в 10 ближайших кафе, которые есть рядом с вами, до которых вам легко будет дойти, и получаете в ответ 10 персональных предложений, и выбирать из которых подходящее лично вам будет гораздо удобнее, чем любым другим способом. Для заведений наш сервис Айвен, он открывает прямой доступ к пожеланиям клиентов и дает возможность ответить им релевантным предложениям в реальном времени. То есть это больше никакой неэффективной рекламы, а просто прямой канал доступа к живым клиентам. Как это работает? Пользовательский интерфейс Айвен — это удобное мобильное приложение, которое возвращает в ответ на запрос пользователя персональное приглашение, о котором мы уже говорили. Когда пользователь принимает одно из этих приглашений, Айвен строит маршрут до нужного места, помогает добраться. Все очень легко и просто именно для пользователя. Интерфейс для заведений, которые подключаются к системе, реализован через чат-бота в Телеграме. Таким образом, мы минимизируем время ответа на пользовательский запрос. Заведению, которое видит, что кто-то хочет рядом сесть, выпить кофе, достаточно в один клик отправить свое приглашение горячему клиенту. И сразу устанавливается связь. Таким образом, между клиентом и заведением получается всего два клика. Два клика. Очень-очень быстро. Какие проблемы наш сервис решает? Он решает, безусловно, проблемы и клиентов, и заведений сразу. А проблема пользователя — долгий и сложный процесс выбора заведений, подходящего заведения, потому что все сценарии реализуются сейчас в несколько шагов. Это неудобно. Проблемы заведения, их еще больше, потому что это как минимум неэффективная реклама. То есть раздаются листовки, визитки, все что угодно, но непонятно, работают они или нет. Никто не гарантирует, что пользователь к вам придет. И самая важная проблема — это высокая зависимость от физического расположения. То есть первая линия — это must-have. Если вы не на первой линии, у вас нет потока клиентов, у вас нет денег. Наши конкуренты. Мы действительно находимся в достаточно конкурентной области. Это область поиска заведений. Но все предлагаемые сценарии, они либо многошаговые и заставляют пользователя достаточно долго лазить либо в мобильном приложении, либо там, спрашивать у прохожих, поэтому это неудобно. И второй момент, то, что они дают ограниченную информацию, и просто не всегда можно найти то, что подходит. Айвен построен на обратном принципе. Здесь пользователь просто выбирает вид досуга и получает в ответ релевантные предложения, которые ему подходят. В этом наше принципиальное отличие. На данный момент мы реализовали примерно 40%, всего 40% функционала того, что мы планируем. Впереди мы будем интегрировать гораздо более глубокие сценарии взаимодействия между клиентами и заведениями. И так как проблемы, которые Айвен решает, помогают и пользователям, и заведениям, то мы планируем масштабировать сервис не только на другие города России, но в целом на другие страны, потому что, в общем-то, пользовательский сценарий, он везде одинаковый. В принципе, рынок услуг, которые люди получают на улице,
он построен аналогичным образом, поэтому мы будем также масштабироваться и на сферу услуг, то есть парикмахерская, химчистка. Человеку нужно постричься срочно перед встречей. Как он этот сценарий будет реализовывать? Мы его зашьем в один клик. Он увидит, где ближайшая парикмахерская, которая будет отвечать его запросы. Что касается финансовой модели, у нас заложено несколько вариантов монетизации. Соответственно, самая простая и понятная для клиентов – это оплата за приход непосредственно клиента, который пришел в заведение. Мы подключили уже больше 20 заведений. Все это понимают, все готовы платить именно за пришедшего клиента. Также есть ряд заведений, которым было бы удобно использовать абонентское обслуживание, которое включает полный сервис услуг, то есть доступ к аналитике и автоматические сценарии, которые не требуют внимания менеджера, управляющего. Плюс спецпоказ – это рекламный формат, который будет интересен крупным сетям. Им не так важна конверсия, как им важно рассказать про свои акции, поэтому они закупают сейчас телевидение и радио. В дальнейшем они могут закупать тот же контакт с клиентом в нашем сервисе. И, безусловно, аналитика и консалтинг, так как мы сможем собирать данные по всему, ну, как минимум, одному городу, где люди что хотят, как они свои потребности будут реализовывать. Мы, благодаря этой аналитике, сможем консультировать наших клиентов по их бизнес-модели, по позиционированию заведений. Ну и, безусловно, так как мы соберем большие данные, для любого инвестора большие данные будут очень ценными. Спасибо большое. Ну, да. Классный проект у вас. Спасибо.